Друзья, всем привет! У нас продолжается стройка вольера. Ограждения уже давно готовы. Сейчас занимаемся возведением вот таких вот сооружений внутри. Это у нас такая вот горка-лазилка. Наверху будет то ли гамак, то ли платформа. Вот там у нас навес. По периметру обнесли его сеткой, чтобы киса не выбиралась. И, конечно же, не обошлось без приключений. Неделю назад парень-строитель вот на этом самом месте чуть не отрезал себе ногу бензопилой. В итоге мне пришлось срочно везти его в больницу, в райцентр. Покалечился. Да какой полик? Люди любят трэш всякий. Настя, иди, нога не сюда, голова сюда. Ну, по итогу все обошлось, но больничный минимум на 2 недели у него. И чтобы стройка не останавливалась, потому что лето уже, середина лета прошла, я пригласил своего старого друга Жеку. Мы учились с ним в школе, потом в институте. И однажды даже строили забор, который до сих пор, в общем-то, стоит на той старой даче. Ну вот, сейчас покажу вам, что из этого получилось. Хвостатый контролер. Что там, бабочка, такое? Приехали какие-то люди, да? Работники. А, Жека и еще. Парень молодой, Егор. Вольер тебя строить будет. Да. Здорово, пацаны. Здорово. Как дела? Передайте привет подписчикам. Маш, как мы тебе строим эту штуку. Конечно. Завтра достроите, надеюсь? Завтра допустим. Ну ладно. Я тоже помогал сегодня. Шея черная аж. Сегодня последний день, когда на беседку забраться кот сможет. Завтра ее уже должны, по крайней мере, заделать. А как тебе тут заделали, да, часть? Ну давай, оп, 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 оп. Ой, ой, кочевряга, скажи, сделали неудобно. Завтра все заделают сверху, чтобы она не могла так забираться на нее. Но ей сделаем классный лежак вон там сверху. И еще одно строение тут будет тоже, чтобы ей было забираться. Куда и чтобы видно было все. Я даже не думала, что она начнет на эту беседку так закарабкиваться. Но ей прям очень нравится. Сейчас заберусь по лестнице. Покажу вам эту королевну. Царица на крыше лежит со своего вообще королевского высочества, озирает свои владения. Ой, все видно. Да, красотуля во все стороны. Пошли на закат любоваться. И снизу тут пёса с мячиком. Носится. Что такая нерешительная? Что хочешь сделать-то? Во, весь день в строителя тоже играл. Помогал доделывать. Да, заделали твою дырку-то. Крушит конструкцию. Для Пардыщенко. У меня сегодня днем еще дырень была. Крыша. И она могла через нее спрыгивать. Сейчас все заделали. Заделали, скажу, вообще. Не знают, как правильно. Вот там Вовочка вышла. На прогулку. Королевна, как слазить-то будешь? Опять тебя с крыши снимать придется.
крышу-то модифицировали, настил точнее. Посмотрим, как справится. Рабочие, ремонтники. Все трудятся на благо вот этих девиц. И вот этих вот. Что такое? Что такое? Это дождем замочило твое покрывало. Сушим тут. Работай, работай. Солнце еще высоко. Веня первая на пьедестале. Хоть он еще и не достроен. Против солнца. Ой, запнулась. Вместо того, чтобы вольер строить, вон, ягодку собираем, ходим. Вон, повсюду она растет. Сейчас построим. Сейчас ягодки поедим. Еще построим. Жека сегодня помогал нам вольер строить. Говорит, хочу с кисой познакомиться, подружиться. Вы пошлите, погуляем. Можно с кисой познакомиться, а? Где же Жека-то? Жека, ну ты где? Хотел знакомиться с кисой. А сам ягоду ест опять. Не знаю. Не очень. Ты, конечно, встал, блин, кверху задница. Очень соблазнительно, киса думает. Но она-то так не думает. Ну, как ты хотел? Засада. Вон Веня, смотри, не боится Жеку. Скажи, я тоже не боюсь. Отсюда понаблюдаю. Куда это он пошел, интересно? Опять ягоду есть. Ой. Пошли скорее вольер, посмотрим, как там дела обстоят. О, смотри. Подожди, Боб, стой.
Вот, смотри, доделай его. Горку. Лазилку. Да, Жека там еще, там. Сейчас я его провожу, попрощаюсь и приду к вам. Ну вот, отличная лежанка. Лежат две кумушки, ждут меня. Забрала уточку у тебя. Генза, ты бы завязывала лежать вот так вот? Ты же уже не молодая, лежишь как балерина, а потом скулишь, когда встаешь. Ну, кто так делает? Так щенки только лежат. Молодежь. Ты уже пожилая собака, а корочка своего развалила. Все, Веня, я утку забираю. Потому что у нее и так уже голова дырявая, лапы пооторваны. Ты рада стараться. Все. Лежи, кайфуй. Венза, помолчи, пожалуйста, а? Тут мыши пищат, кошка охотится, а ты там дурью маешься. Иди помогай лучше. Веня теперь мышей стережет. У нас тут завелись новые питомцы. Веня просто успокоиться не может, глаз отрывать. Точнее, нос. Венза, нет. Нет. Тут мышиное гнездо. Надеюсь, завтра мамка их перетащит в безопасное место. А то этот демон не успокоится, пока их не съест. Зато киси дела нет никакого. Ну что скажете, звери? Можно вас оставлять одних в вольере в этом? Не разнесете вы его? Не выберетесь? Со скуки не помрете? Венза все караулит мышей своих. Вот упоротая собака. Веня!